Всем здорово, в этом видео будет противостояние вот этого вот люциферчика самодельного с тем, что нам предоставила Флейм. Они будут драться всего с 4 лепестками. Почему? Потому что да. И первым я запускаю то, что нам представила Флейм. У моего самодельного лепестки немного пошире будут и более мягче. И вроде как бы шире, в том смысле, что шире область их захвата противника. Думаю, вы меня поняли. А по ширине, самой ширине, также это тоже шире. Я как-то плохо объяснил, но думаю, вы поняли. Надеюсь. Так. И аккуратненько как-нибудь моего самодельного. Вау! Ну все. Понятно, в общем, да? Так. Тогда у меня есть план Б. То есть секретный режим моего самодельного. У моего самодельного есть режим, да. Вы не ослышались. Так. Я сказал секретный режим. Чё-то я не подготовился. Я не думал, что так быстро все будет, да? Вот он, мой секретный режим. Вот он, да. Да. Выглядит не очень многообещающе. Или выглядит многообещающе, как это говорят вообще. И что мы видим? Да ладно, да я не верю. Да серьезно? Серьезно? Ну тогда и сюда поставим мой секретный режим. Чё это я? Такой неуважительный по отношению к Люциферу варианту. А к по отношению к Гранд Валькирии я такой типа... Так, снова запускаю Люциферчика. Или Гранд Люцифер даже, это можно сказать. Грандиозный Люцифер. Как-то я плохо запустил Гранд Люцифера. Ну, своего самодельного. И поэтому он сейчас, скорее всего, проиграет. Вау. 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 Или же не поэтому. Знаешь, сейчас еще и выигрывает. Серьезно, он еще и выиграл. Ну, зашибись, в принципе-то. Ты что-то гоняешь? Вау, ты что? Вы что, сговорились? Вы хотите уничтожить эту арену или что? Вот сейчас они примерно одинаково запущены по силе. И сейчас мы узнаем, какой же из БФ мощнее. Ну и... бабах. Я, наверное, буду выпускать по 2 или 3 ролика в день. Хотя я их и так по 2-3 выпускаю, но не суть. Чтобы вы знали, что нужно подписываться на канал. Обязательно! Вы серьезно? Вот мне почему-то кажется, что вот этот Люцифер, хоть он нагоняет более. Ты чего? Первый раз за историю Бейблейда, ладно, шучу. Первый раз за историю того, как он был, он взорвался, прикинь, чё. Ну-ка, если я этого первым запущу. А, понимаю, да. Понимаю твою идею, твою задумку, но... Не нужно гонять. Зачем? В любой непонятной ситуации можно не гонять. Вот ты понимаешь, да? То есть жизнь это такая штука противная. То, что, ну, не всегда получается. Не всегда получается так, как мы хотим. То есть всем воздается по заслугам, но не всегда. Чего? Я не понял. Я что-то не понял. Как так? Мой самодельный одолевает Флеймовского. Это не должно быть так. Ну-ка. У него открылась лепесток. Открылся лепесток. Это довольно печально. Хотя, нет, не печально. Это замечательно. То есть этот лепесток все-таки ему помогает в борьбе с правосторонним. Серьезно? Да ладно, да я никогда не поверю. Ну-ка, давай-ка я их закрою.
Сейчас закрою, да? Смотри. А, понимаю. Ай, ты что? Ну как бы вам сказать, да? Ладно. Вот такое сегодня было странное видео. Всем удачи. Всем пока. А до скорого.